Всем привет, с вами Перестёп, продолжаем Resident Evil 6. Закрылись, а в прошлой серии мы уже хотели закончить уже третий эпизод, мы уже заканчиваем. Мне надоели эти идиотские игры, кто-то говорит. Короче, мы в погоне за Адой. Ой, осторожно. Так, мы можем стрелять, вот надо стрелять, вот, по ней. Ну, короче, посмотрите прошлую серию и там вспомните. Короче, ура, мы катаемся. Вот и попалась. В смысле? Штаб, заблокируйте все выходы. Извините, не получится. Все отряды сейчас на бою. Не можем. Проклятие. Вы не думали, что там это... Ладно. Так, тут же бесконечные патроны, да? Просто горит просто. Ого, разогнался. Теперь ты попался. Окей. Попался-то попался. Сворачивай. О, черт. Поехали не той стороны. Сейчас, подождите. Точнее, это двойник же Ады. Мы за ней гонимся. Надо куда-то стрелять, чтобы взорваться. А, вот там уже вижу шкалу. Там типа что, заканчиваются патроны. Окей, понятно. Ну да, сдавайся, да, мы тебя поймали. Ну дайте хоть мне поиграть за Пирса, чтобы погонять. Окей, можно, наверное, погонять за Пирса. Наверное. Я всегда говорю, что играть за двоих игроков, наверное, да? Блин, ну и попасть уже тяжело. Можно посмотреть, случайно попасть. Но это не хочу так делать. Так, просто ты от нас не уйдешь. Лучший водитель BSA. Ну, конечно. Молодец, Пирс. А еще и хороший снайпер BSA. Это Пирс Нимманс. Теперь ты попался. Да, как же попасть по ней-то, а? Ой, как стреляя попасть. Никак не получается. Альфа, прием, это Дельта. Мы нашли Аду. Вы находитесь? Ну, пока держите, мы еще, насколько не знаю, как сможем. Вы должны поймать эту женщину, пока она хоть что-то сделала. Не волнуйтесь, боец, мы защищаем людей, это главное. Я понял, дальше. Надеюсь, мы разберемся с этой безумием. При связи. Да, конечно. Гони давай! Это, кстати, напоминает... Почему-то мне напоминает Sonic Adventure. Почему-то. Ну, типа, очевидно, наверное. О, блин! Скотина. Ну, пытались. Катена, ПСП идет. Ясно. Ну же, где ты? Твоё. Уезжает, уезжает, блин. Дайте Аду вон. Напоминаю, это же это. Или что, я за Пирса, что ли, управляю? Или он сам управляет? Он сам едет. Почему-то мне кажется, что я как будто сам на него играю, но... Нет, я же за Криса должен играть, не за Пирса же. Он сам едет. Да, где тут звук? Я хочу побольше звонкости. Вот, нормально, все, достаточно. Он же сам же едет. Все расстреляет тут. Ой-ой. Блин, скотины. О, привет, Пирс. На подкрепление, спасибо. А, я понял, что это зеленая, это шкала здоровья, понятно. О, что вижу. Когда попасть-то по синей этой штуке. Отлично, попал.
А, так это, наверное, не наши были, наверное. Или что? Он сам едет. Я ничего не делаю. Сам он едет. Я же управляю пушкой. Да, все равно прикольно можно играть вдвоем. На двух джойстиках или по сети, как угодно. Типа один управляет, другой стреляет. В моем случае я стреляю. Бери пушку, я... Опа, теперь я поеду, ничего себе. Погнали. Держись, едем напрямик. Давай, давай. Прикольно. Ай, разбился. Окей. Вот так. Что ты делаешь? На трассе не уйти. Буст! Тебе не уйдет нас, это... Ада. Я ждал автошколу, у меня права есть, так что я умею кататься. Давай. Черт! Реально черт! А, газ-тормоз даже есть. Ушла. Блин. Так, мы переехал, вот. Вот за ним гоним! Ю-ху! Весело-то как. Эти еще скотины еще стреляют-то. А, да, я же автошкольник. Типа. Так, по главной. Мы главная дорога, да? Ой, вообще плохо. Тихо! Капец, она далеко уехала. А, ладно, мы же на задании, так что... В смысле, черт? Я еду как могу. Ау. Мы обнаружили порт... Угу. Если что... Черт. На его право. Ага. Вот это гонки у нас. Ага, вот. Значит, тогда направляй туда. Держись, будем там. А, блин, будем прыгать. А, так вот что говорит, черт. А, все, проехали, ура! Прыгаем. Отлично. Приехали. И она тоже здесь. Да. Ура, мы прошли на плохую оценку. За ней. На плохую оценку. Ну ладно. Ничего себе, сколько раз я умирал. Да, почему за 9 минут мы прошли? Потому что мне надо же проходить же игру, потому что, чтобы собирать эмблемы, собирал эмблемы на других главах. Поэтому вот за 9 минут прошли. Давай, Крис, вставай. Пирс. Куда? Ты кто такой? Я в порядке, капитан. Ты кто такой? Это кто такие? Не осталось, у них что-то у них отпустили. Новое оружие. Вау, неплохо. Кейс. Опа, трошки, ну, плохо, блин. Осторожно, эти твари отлично от них... Значит, это из-за нового брелла они, да? Наверное, да. Да я спидранчиком.
Нифига себе, куда идти нам надо. То туда, то сюда. Ладно. А, вон туда, вниз. А, задели все-таки, кстати. Альфа, штаб, приближаемся к Одион. Штаб, вас понял. Ну так бегите за ней. Ну, враги. Ничего себе. Но мы игнорим, нам нужно пока сюжет смотреть. О, черт. Вертолет, что ли? Не надо нам вертолет. Ах вы, блин! Скотины. Надо подняться по лестнице. Скорее, нельзя ее опустить. Что это тут у нас? Понятно. Надо куда-то туда полезть, пролезть. Ну как бы вон там еще одна лестница, чтобы туда подняться. Побежали туда. А почему ты мне возвращаешь назад? А мне надо туда сначала. Включить, потом уже идти по сюжету. Фу, кровь. Ага. Да уж, а как я поднимусь, если там лестница? Лестницы нету. Ладно, что-нибудь придумаем. Ну я как-то прошелся. Почему-то мне говорят, чтобы я туда шел. Именно вон туда вот. Никуда, вон туда вот направляют. Теперь туда. Ну полезно же невозможно. Ладно. Лок. Ладно, зачем-то туда пришли. А, может быть. Я, наверное, понял. Ну, посмотрим. Да, я летирую только по этой карте. Нифига себе плод. Я иду вперед. Понял. Ну да, я же капитан. Капитан идет всегда вперед. Очевидно, наверное. Скотины еще тут стреляют. О, ящики. Ну блин. Ладно. Так, а подожди, а что за новое оружие? Это же снайперская винтовка. Прекрасно. Угу. Ерс, давай. Вот и пришли куда надо. Ясно, понятно. Вот и все. Ой, нет. Что-то началось. Ну, конечно, только этого не хватало. И кто-то нам... Что мы придумаем? Наше задание мы выполним, это ясно. Ясно? Да, ясно. Может быть, взорвем? Ее взорвем, чего? Так, что это произошло? А, так вот откуда... Эй, Пирс, я нашел, что-то поможет справиться с этой. Ясно, откуда это взялось. Что за бомба? Типа, откуда она появилась? Она появилась здесь. Что на борту, кстати? Наверное, то, что нужно. Прекрасно. Сначала туда. Али. А ничего, как тревога какая-то. Али. О, господи, что за мутировочный тварь. Мутировавшая. Я так понял, туда нам надо идти, да? Да почему тогда мы так срезаем? Да, туда по лестнице. Сейчас надо этого снайпера уничтожить, Хаси.
Тут еще и второй сниму. Первый. И второй, на. Хорошо. Он горит, он горит. Скотина, ладно. Блин, Крис устал теперь. Давай, давай, давай. Хорошо, все, можно бежать, бегать. Ау, давай. Опа! Задвигалось. Окей. Перс, ТТЛ. Думаю, да. Да, я в порядке. Идем дальше. Где-нибудь мы встретимся. Да уж. Так, хоп. Да блин, вы издеваетесь. Только этого не хватало. Спирт, стреляй хоть! Ай! Ого, как вы добрались, прикольно. Мы прошли. Зачем мне еще куда-то идти? Все, паре. Ох, черт! Отлично, что ты сделал. Направил на туда, что ли? Ауч. Что за... Блин. Так, ладно, ладно. Еще крутить, что ли? Да что? Ну вот. А, теперь пирс делает. Пирс сделал. Отлично. Есть. Ага. Альфа, город идут бои. Мы должны скорее заходить Аду Вонг. Вас понял. Скажите, ребята, поезд держится. И враги что-то где-то куда подевались. А, может туда еще спуститься. Сокращенный путь, типа. Ауч. Ну, ёпа, ну, ё-моё. Золотой самолет. Да вы шутите? Думаю, это злоупотребляет что-то там. Куда стрелять-то? Куда идти? Туда, да? Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай, больно, больно, больно. А хорошо, она нам будет мешать нам. Ага. Ау-ау-ау-ау. Все, давай, 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 давай. Быстрее, беги. Ай, да скотина-то. Крис, беги, беги, беги. Ждем тебя. Ура, прибежал. Бежим. Ну нафиг. Отойди от нас. Ну капец, бежать нам еще. Ага. Ага. Есть. Отлично, все.
Ты чувствуешь, как он распространяется по твоему телу? А, он... Я думаю, тебе это самое, что ты дал мне, Симмонс. Сначала тебе будет страшно, но не бойся. Ты просто станешь чудовищем, как и был всегда. Ты и все остальные на Земле. Сегодня наш мир таков, каким сегодня ты сделал твоя семья. Ты и своя семья. Ну, уже завтра. Все переменится. Это она разговаривает с тем самым, да? Я так понял. Так точно. Как раз Леон и с Хеленом там уже сражаются там с Симмонсом. Как раз уже. А мы должны уже найти самолет и улететь отсюда. Управлять не могу, ничего не могу сделать. Даже поменять оружие не могу. Это Ада, это уже другая, это настоящая. Ада, стой! Это уже настоящая Ада. Вы что, не заметили отличия, что ли? Да боже мой, сколько тут врагов-то много. Допустите, там я... Это уже настоящая ада. Видели же отличия? Синяя, красная. Синяя — это не настоящая ада, а красная — это настоящая ада. Это же очевидно. Ой-ой. Какой пухленький. Опа, что там у нас? Берем. Хорошо. Да вот он настоящий. Я нашел ее. Наверх, живо. Ада, беги. Настоящая, я ей говорю. Да-да-да, стреляйте по нам, стреляйте. Мы пока убьем от вас. О, зеленая трава. Окей, можно это выдержать хоть. Опа! Ну что, да блин! Не везет. Ауч! А что за пухляж? А он взрывающийся враг, прикольно. Блин. А он же ударил перед смертью, скотина. Все. Ура. Угу. Ну, а, блин, еще пауки. Да, посмотрите на нее получше, она в красном одета. Это не та ада, которую вам надо. Тут две ады. Почему-то. Еще комары. Ну давай, что не хочешь прыгать? Ты же хотел прыгать. От блина. Ой, долго-то как.
Ну давай, выходи уже. Проклятие, она играет с нами. Настоящая, надо уже признать, что что-то настоящее, а та другая не настоящая. На. Хорошо. Ну, лаборатория, это вообще класс. Блин. Я за мной с вертолетом, но нужно время, капитан. Окей. Не волнуйся, я прикрою вас. Спасибо. Да, прикрывай, прикрывай. Капец, ты прикрываешь своим телом. Отлично, все. Капец, я игнорю всех врагов, блин. Ага, туда. Что-то. А, о. Неплохо. Да кто там говорит? Пши. Враги новые, что ли? Опа, вижу. Вот это находитель синих медалек, эмблем, то есть, да. О, потрошки. К чему-то нас готовят. Трава зеленая. Ой, то есть, вот так вот. Так, что-то уже будет сейчас. Эйда! Ада! А вот нас, а вот фальшивка. I found you, faker. Ты не умеешь умничать, как потерял всех людей опять? Не хотела бы я тебе стать членом твоего отряда, Крис, но с твоей репутацией... Не слушай ее, капитан. Я не совсем забыла о хорошем... Я должен был говорить твоих солдат. И из них выглядят отличные подопытные. Ах ты, скотина, на! Поняла. Это самое то, о чем я мечтал прикончить тебя. Я не думал, что это месть, это правосудие. Все кончено, Ада. Ты прав, конечно. Вот, сейчас будет запуск. Запуск? Все мертвецы заполнят улицы. Помните Raccoon City, мальчики? Только сейчас это будет один из них. Это не один город. Это будет весь мир. О, привет, это наши, наверное. На! Ты достал меня. А кто это был? Отлично сыграно. Только это уже не остановить. Пока. Адиос. На. Вот дерьмо. Что-то еще точно было. А, еще один. И в кого колить? Похоже, это новый вид. Двух не хватает. Забирай, что осталось. Передадим штаб для анализа. Это команда Альфа. Мне нужна информация о потерянной технике немедленно. Мы проявили контроль над этим городом. У нас нет... У нас нет времени. Терес лишь отвлекает мирных. Настоящая атака распространяет вирус по всему миру. Что теперь? Посмотрим вот там. Там должны быть самолеты. Есть, сэр. Так давайте вы сами, пожалуйста. Я уже устал бегать. Ну конечно, блин. Все дружно. А это Альфа. Это штаб. Подтверждаем, Ада Лонг действительно сказал правду.
Откроем море недалеко от вас, обнаружив готовый к бою авиационный. Данные спутники говорят о том, что корабль готовит дать ракетные залпы. Ну, короче, что взорвет. Сейчас прилетит ракета, и все взорвет нахрен. Вас понял. А мы не успеем, наверное. Это ж очевидно. Туда нам, короче, живей. Есть, сэр. Меня от этой тряски морская болезнь начинает. Не хотелось бы. Короче, идем, давайте. Проклятие, нам нужно три этих кода разных. Замечательно. Что ж, давайте попробуем найти. Вот один из первых наш найден уже. Он мертв. А значит, здесь что-то еще. Надо, у нас еще один код надо найти. Первый есть. Надо еще три двери открыть. Я бы уже хотел уже закончить уже. Продолжим в следующей серии. Да блин, а эта скотина до сих пор еще... Блин. Опять целует. Не целуйте, пожалуйста. Не ори, малыш. Ой-ой-ой, что твое... Г-вирус новый, да? Боже мой. Ой, ну нафиг. Не хочу туда идти. Давайте мы вот здесь вот остановимся, вот. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Хорошо, конечно, ключи оставьте, но, наверное, сам найду или нет, не знаю. Ну, короче, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на колокольчик. С вами был Сяпа, всем пока.